Привет всем! Сегодня будем делать удочку зимнюю для блесны. Нам понадобится барабанчик, 5 пробочек, 5-4, ножик канцелярский, хлыстик, приобретенный за 15 рублей в магазине, и клей. Итак, начнем. Для начала мы отрежем пробки. Отрезаем аккуратненько. Лишнее убираем. И будем сейчас их склеивать. Клеим. Отрезаем с двух сторон. Можно было, конечно, еще наждачной бумагой пройти, чтобы было поровней. Но я думаю, и так сойдет. Так, отрезали, берем теперь клей, наносим клей. Я не знаю, можно будет на две стороны нанести, можно на одну, минут на 5. Так, вот у нас что получилось. Я уже склеил, приклеил барабанчик. Теперь я буду кольца. Такие вот кольца я сделал сам с проволочки, скрутил проволочку. И вот что у меня получилось. Вот наклеил я кольца, обмотал ниткой. Теперь клеем пропитаем это все дело. Я так уже делал на обычных удочках, ремонтировал кольца на спиннинге на своем. Держится нормально, эффективно все. Эта удочка будет предназначаться для балансира, блесен. Может быть, я на нее еще буду ставить кивок, не знаю. Ну, для начала я, наверное, буду ее использовать без кивка. Хлыстик мягенький. Катушку купил в магазине я эту. Она мне обошлась 100 рублей вроде бы. Да, 100 рублей. Затраты минимальные. Конечно, можно было еще саму пробку пошлифовать наждачкой, но я как-то лень мне было. Мне понравилась она и так. Удобная, в руке лежит удобно. Ну, для балансира, для само то, что надо. Скоро буду ее испробовать. У нас вроде бы потепление началось. Надеюсь вырваться на рыбалку. На эту удочку у меня ушло 3 тюбика. Так, ну и вот что у меня получилось. Я намотал леску. Вот балансир. Этот балансир, кстати, я тоже сам делал. Не получилось у меня видео выложить, я его при монтаже нечаянно удалил. Так восстановить и не получилось. Лесочку намотал на катушечку, барабанчик. Так. И подцепил балансир с поводочком. Надеюсь, окуню и щуке понравится. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся. Всем пока, удачи!